Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня хочу вам показать видео про грибы. Мой летний сезон 2019 года. В этом видео вы увидите подберезовики, зонтики, ну и, конечно, мухоморы. Мои любимые красавцы. Конечно, я их не собираю. Но тем не менее, всегда радуюсь. Они всегда такие разные, красочные, украшения леса. Приятного просмотра. Такие грибочки. Как вроде белые, но ножка тонкая. Подберезовики, наверное. И здесь вот еще парочка. Они стоят такие. Вот он. Ну, пусть стоят. Мы их как-то не особо берем. Вот они мне парочку попались. Ну и что-то похоже на подберезовики. Посмотрим сейчас на их. Ну, такой вот подберезовик нашел. Но трогать я его не буду. Ну, как-то они нам не привычны. Тем более он один. Пусть растет. Их какой красавец стоит. Прям шикарнейший. Не удержался. Снял украшение леса. Тут же надо. Какой мухомор. Лакированный. Что? Какая шляпка у него красивая. Необычная. Сам такой. Ну, красавец. Красавец. Поближе. Вот прям. Окрас какой у него. Шикарный. Ну, без мухоморочек я не могу. Украшение леса. Посмотрите, как они выстроились по ранжиру. Дружная семья. Мама, папа и детка. Вот тут еще один грибочек какой-то. Ну просто чудо. Красота. Вот посмотрите, какие мухоморчики осенние растут. Семейка. По линеечке выстроились. Такие красивенькие. Вот. И тут вот еще какие-то маленько другие. Вот. Вот. Украшение леса. Вот бруснишка. Вот чернишка висит. Хорошо в лесу. Погода хорошая. Золотая осень. Их какой красавчик растет. Не могу я не снять их. Мухомор. Такой громадный гриб встретил. То ли это зонтик, как я видел у друзей. Зонтики собирают. То ли поганка. Не знаю. Ну, пусть растет. Такой здоровущий. Какой гриб вымахал.
громадные мухоморики. И вот этот стоит, то ли зонтик, то ли поганка. Сейчас я вам покажу его. Такой вот он. Вот он. Ну, громадный. Ну, кто знает, подскажите. Интересненький, конечно. Что только в лесу не встретишь. Полно всяких. Такие зонтики опять встретил. Но уже большие. Один уже. Все. Упал. Вот еще один. Такой. Стоит. Ну, я их не рискую брать. Пусть они растут. Смотрю все видео, как их готовят. Ну, что-то опасаюсь пока. Вот такие грибочки я встречал. Интересные такие. Красивые. И вот много на полянке. Молоденькие. Не знаю, как они зовутся. Ну, украшение леса. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео. Вот напоследок я вам показываю такую шикарную пихту. Посмотрите, какая. Такая громадная красотка стоит. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.